Всем привет! В данном видео по просьбе одного из подписчиков будет подробная инструкция по пополнению электронного кошелька U-Money в терминалах МКБ банка. Приятного просмотра! Нажимаем «Оплата услуг», «Кошельки», «U-Money». Вводим номер кошелька, номер телефона, либо код платежа. Можно набирать как на экране, так и на клавиатуре, которая находится на устройстве. Я лично пользуюсь именно номер кошелька. Проверенный и удобный способ. Все проверяем, нажимаем кнопку «Далее». Нажимаем затем кнопку «Продолжить». Здесь у нас оплата наличными. Вносим наличные по одной купюре в купюроприемник. Вот там есть надпись «Внесение наличных». По одной купюре вносим денежные средства. Нажимаем кнопку «Далее», когда внести всю необходимую сумму. Уходит чек. Берем чек. На экране надпись, что все прошло успешно. Нажимаем кнопку «Выход». Кошелек успешно пополнен. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всего доброго, до свидания.